башкирские племена Мурзалар, Башк, Мырлар, племя в составе айлинской группы Башкир. Второе название Мурзаларских Башкир, Улыште, Башк, Эльшате. Потомки мурзаларовцев проживают в Салаватском районе. Родоплеменные группы тюрки народ. Родовой состав родовые подразделения. Аксы Уаш, Балтагул, Барк Илдак, Биши, Бурес, Етимдер, Казах, Кузгун. Кутлу Сура, Кутлу, Кырзы, Мангул, Миндияр, Сипай, Сулпы, Сырзы, Тас, Тавир, Тау, Тунгатар. Предки Мурзаларцев входили в состав союза печенежско-агузских племен Сырдаринских и Приоральских ступей 7 ix века. На Южном Урале Мурзаларцы первоначально заняли территорию водораздела река Ай, Белая, Яек, Урал, Уй. Под давлением табынских родов в конце 15 века мурзаларцы и остальные аленцы переселились на северо-восток современного Башкортостана, Айско-Рюзанское междуречье. Современные мурзаларцы в основном проживают в Салаватском районе, Мурзалар, Мечетли, Кусепей, Ахун, Льтай, Мусад, Бешевляр, Еубуляк, Кусилляр, Аркаул, Махмуд, Первая Бай, Бадрак, Вторые дел Бай, Бадрак, Ташаул. Араксуаш проживает в основном в коренной деревне Мурзалар Масятли. Аксуаш предводитель восставших башкир мурзаларцев в 1681-1684 год ГГ. Его сын старшина волости Корт Сык Аксеошев тоже видно предводитель восставших Мурзаларцев 1735-1740 года. Его внук Сымак Корт Касыков и его сын Осман Сымаков участвовали в избрании Карасакала ханом. После поражения в войне бежали в средний жуз казахов, а также в смешанных населенных пунктах. Курорт Янгантау, Чулпан, Саргамыш, Комсомол. Урман Тау, в районных центрах Месигут и Малаяс и так далее. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.